Ya. Последние отборочные игры. Вот. Шведова, Мастикова в красных топах будут играть против Ивановой Цыгановой, командоваться ему в желтых топах. В этом матче встречаются команды сестры Свиридовы из Санкт-Петербурга, представляют комплексную школу высшего спортивного мастерства Мария и Елена. И они встречаются с командой волейбольного центра волейбола «Энергия», город Москва. Джулия Мамоли, итальянский легионер в нашем чемпионате. И Евгения Укова, одна из лидеров российского пляжного волейбола, четырехкратная чемпионка России и многократный призер, участница этапов европейских мировых серий сегодня в этом матче. Итак, друзья, все готовы? Каждый матч мы начинаем с аплодисментов наших болельщиков. Добрый день вам всем на трибунах нашего стадиона. Спасибо, что вы с нами, и представляем вам судьи этого матча. Первый судья Евгений Ладоша, Ростов-на-Дону. Второй судья матча Татьяна Мартыш, Санкт-Петербург. Мы встречаем на площадке участников этого матча. Первыми выходят представительницы комплексной школы высшего спортивного мастерства город Санкт-Петербург. Сестры Свиридовы, номер один Мария. И номер два Елена Свиридова. И мы встречаем на площадке соперниц команда Центр волейбола «Энергия», город Москва. Игрок номер один Джулия Мамоли. Номер два мастер спорта Евгения Укова. Итак, поддерживаем спортсменок две команды Санкт-Петербург, Москва. Желтые штопы Санкт-Петербург делает Москва. Поддержите, болельщики, кто у нас за Санкт-Петербург? Кто за Москву? Все вместе за пляжный волейбол, Валерий!
Саш, быстрее!
продолжается игра 13-9. Отличные болельщики у нас. Давайте еще и еще. Поаплодируем Евгению Коловой на подачу. Пора включать номинацию «Самый громкий болельщик». Возможно, возможно, будем презентовать этих болельщиков. Пока продолжаем. Ход свободный, интереснейшие матчи. И я хочу обратить внимание, друзья, ваши на следующую игру. Выйдут мужские команды, ближайшие две игры мужских команд. Четыре великолепных команды мы увидим в этих матчах на первом корте. Практически все команды являются лидерами волейбола, пляжного волейбола России. Ну и, конечно, сборными командами. Многие игроки являются членами сборной команды России. Итак, в первом матче 13. Красильников, Быганов, Краснодар сыграют с командой волейбольного центра Московской области. Барсук, Богатов. Но это в следующем матче. А сейчас Уколова, Мамолей. Поддержите аплодисменты. Свиридовый, Санкт-Петербург. Поддержим
Да. А пока музыкальная пауза. Кто у нас танцует на трибунах? Давай, давай, надо принять.
Больше энергии. Продолжайте зажигать, друзья. Но некоторым болельщикам ваш
возможно, тоже достанется больше призов. И будет пауза, я к вам вернусь. Поддерживайте, болейте, друзья. Зажигаем вместе. Санкт-Петербург! Москва! Сочи! Болельщики у нас просто суперские сегодня. И, конечно, игроки тоже все молодцы. Мощная атака Джулия Мамолы. Плюс один. Команда меняется сторонами и продолжается эта игра. Напряженная игра.